Ну вот и усадьба Волжских. Когда-то был мощный регулярный парк. Даник, как-то так. Снегири посвистывает. Это дерево. Что, звуков много? Да. Ну вот как-то так. Грустновато, конечно, друзья. Вон, ути плавают. Вот такие были ступеньки гранитные. На тут лодочки видно стояли. Красиво. Тен-тен-тен.
Я никогда туда не пойду. Не ходи туда. Соблюдай технику безопасности. Просто посмотрим. Панораму. Все, нагулялся. Тихо, туда не ходи. Не ходи туда. Да. Ну, как-то так. Смелая эта собака. Интерьер. Пошли. Пошли в машину. Да, тут, конечно, место было бы туристическое. Без всяких вопросов. Как Акрополь. Ну, идет. Она тут уже не первый раз. Стой. Ладно. Потом еще погуляем. Когда деревья станут зелеными, еще прогуляем. Да, сложно, конечно, что-нибудь толковое сказать по этому поводу. Люди. Тут и качели какие-то есть. Волны. Тоник. Человек. Короче, прогулялись. Такая весенняя прогулочка. Получилось. Данику. Под пение птиц. Птичий рай. Можно сказать. Деревья, конечно, тут мощные. Ничего не скажешь. Ну, жизнь отживает свое. Смотрю, пообрезали некоторые. Ну что, пойдем теперь нижней дорогой. Кто там, Ника? Птицы или белки? Птицы, наверное. Тоже любят послушать. Не торопись.
такая дорога. Интересно. Птица. Птички. Такая вот дорога. На чем-то на горную похоже в Карпатах. Куда ты рванул? Ника, я за тобой бегать не буду там. Иди давай спускайся. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Нечего лазить там. Тут вот наше озеро, Дворное, а тут вот не наше. Сейчас посмотрим, где они соединяются. Да, я в прошлом году снимал, рассказывал про эти деревья мощные. Смотрю, уже спиленные есть, видимо, какая-то причина. Может, заболели или уже просто старые, не знаю. Ну вот их уже тут нет. Ну вот. Протока соединяет наше озеро. Попил. Невкусное? Да, тут есть сероводород. Но он, говорят, полезный. И вот через дорогу она в лозенке течет таким вот образом. А запах сероводорода есть, кстати. Но раньше тут и были лечебницы, известные на всю Европу. Дубовые бочки. Люди приезжали. Лечились. Говорят, пока в Крым не поехали, сюда многие приезжали. Ну что, тут классно. Вот такой ручеек. Из одного озера в другое. Там оно в кустах как-нибудь ходит. Зимой я там был. Ну вот, в прошлом году я снимал еще эти деревья. Старинные, старые, старинные. Теперь вот только одно осталось. Я не знаю, может... Может, заболели. Еще какая-то причина. Старые. Ну, как говорится, их трансит Глория Мунди. Так проходит земная слава. К сожалению, ничто не вечно под луной. Где у нас, кстати, луна? Вот луна, вон. Над нами. Все, поедем. Поедем ужинать. Да, Нику? Тихо ты, не тащи меня. Ну да, судя по всему, вот черная среди. Птицу устроили. Какую-то заварушку. Да, жалко, конечно, деревьев, но так бывает. Ну так, и этих деревьев уже нет. Ё-моё. Жалко, конечно. Да. Так вот все меняется. Кажется, что все вечное.
ничего не изменится. Проходит какое-то время, и все радикально меняется. Ну, диалектика. Но сейчас хорошо, сейчас весна, потом будет лето, по крайней мере 4 месяца у нас есть такого позитива. Осень и зиму я не очень люблю, не Пушкин. А вот весну и лето, особенно вот май, июнь, это мои самые любимые. Самая любимая пора года. Ожидание. Ожидание чуда. Много-много десятков лет ждем мы чуда. Ну чудо на самом деле, вот смотрите, красота-то какая. Еще 3 недели назад было серо, хмуро, а сейчас вот. Классно. Ну вот мы и дома почти. Ну что, влезайте, приехали. Ну вот и как-то вот так. Завершили.